Сейчас делаем из винтовки Day State Wolverine 2 стрел на 50 метров по нашим мишеням. Следующую мишеньку выше. На одну. Меньше сантиметра порвало просто. Тут, если этот отрыв не считать, потому что стреляли из огнестрельной винтовки, как бы сбился у меня выстрел, то тут, наверное, миллиметров 7. Это в каждой по 4 выстрела, в этой 5. Это на 50 метров. Вот 5 выстрелов у нас. Сейчас мы мишень привезем. Рассмотрим детально. Напомню, это все на высокой скорости. Высокой скорости это на 310. Кулеве 1,6. Ну вот, в принципе, 2. 3, 4, 5. Ну, тут сантиметра 2 по краям получается. Скажем так, для первого отстрела конкретной винтовки без дополнительных настроек, тем более на скорости 310, это очень хороший результат. То есть здесь стоит пульверин. Я даже не рисовал. Он даже не рисовал.